Сериал «Адмиралы района», второй сезон, 3-4 серии. Анонс. 3-4 серии выйдут 13 декабря на телеканале НТВ в 20 часов. 3 серия. Аглая и Северцев сообщают Аверину и Сивоченко, что Звонарев написал на них заявление о пытках. Назревает служебное расследование. Аверину с телефона Лили звонит неизвестный и требует встречи. Приехав в назначенное место, Аверин видит Лилю в руках Порогина. Тот утверждает, что он бывший сослуживец Подгоняева, расследующий обстоятельства его смерти. Девятов встречается с Жулаевым, помощником Котова, и предлагает сотрудничество. Жулаев отказывается. Адмиралы выходят на владельца тату-салона Барыгу. 4 серия. По версии Сивоченко, у него, возможно, было спрятано оружие. На встрече Барыга сдает свою бывшую подельницу Птаху, которая теперь работает информатором Тара. Аверин и Сивоченко безрезультатно допрашивают Птаху. Об этом узнают Аглая и Северцев, и адмиралы понимают, что долго держать ее в камере они не смогут. Тогда Порогин предлагает решение. Девятов организует давление на дочь Жулаева, Лику. Жулаев обращается за помощью к Котову, но тот отказывает. Жулаев вспоминает о предложении Девятова. Вскоре Порогин встречается с Тором и Птахой на причале.